Итак, сегодня у нас 11 июня, время обеденное. Через пару часиков будет 6 суток, как я начал голодать. Те дни я уже отдельно рассказывал, сегодня немножко расскажу вам. А сегодняшнем мне утром стал, уже не стал торопиться, как вчера, не пошел в 6 часов на прогулку. Думаю, надо подрегулировать, что-то не так. Ну и вышел на прогулку сегодня, 20 минут 11. Прогулялся, ну погода нормальная была, температура 20 где-то, прогулялся. Ну и чувствую опять, мне так же тяжело на прогулке, как и вчера. Иду и воздуха не хватает, что ли. Сел на скамеечку, посидел, отдохнул, пот пробивает. Ну и самочувствие-то, в общем, нормально. Взвесился. У меня вес, давление поднялось 130 на 80, на 90. И за последние сутки я потерял 400 кило. Правда, вчера в конце дня я ходил в бассейн. Ну, во дворе, я уже говорил, бассейн находится. Пошел 30 минут в воде находился, безостановочно плавал. Может, эта роль сыграла какую-то. Ночью очень хорошо спал, выспался. Но опять же, возвращаясь к Бергу, плохо или мало спишь, мало теряешь вес. Вот так вот все происходило. Я вчера говорил, что если почувствую плохо, возможно, что остановлюсь. Ну, чувствую более-менее, можно продолжать. Будем продолжать, время покажет, как, что. На продукты смотрю равнодушно. Ну, если в прошлый раз у меня спокойствие какое-то душевное было сегодня, чувствую, как бы нервы напряжены, что ли, что-то начинает меня нервировать где-то местами. Ну, а в общем, все хорошо, я уже говорил. На балконе сижу, вот у нас такие потолки на балконе. Ну, в общем, вот такая вот погода прекрасная. Тучки, облака. На деревьях постоянно белки прыгают. Когда деревья голые, их больше видно, сейчас меньше видно. В общем, продолжаю голод. До завтра.